Привет-привет! Это канал «Письма со всего мира». Потихоньку рассматриваем автографы, которые мне приходят. Сегодня выбор пал на этот конвертик. Какой-то он, кстати, немножко запецканный. Не знаю, где его. Какой-то даже липкий. Конвертик мой, марочка моя. Причем, знаете, я особо не церемонилась и тупо вырезала его с другого конверта. У меня был конверт, кстати, это был конвертик с автографом Джереми Рейнера, да, вот, остался $2 марка, и я тупо вырезала и наклеила, но, как видите, да, они, видно, увидели, чтобы потом повторно не использовать, они его так вот перечеркнули. Плохие парни на почте работают, или не парни, девушки. Вот, ну, конечно же, я знаю, кто там, потому что, во-первых, марку я тоже узнала. Вот, конверт тут ничего не скажешь. Чистенький. Ну, давайте откроем, как обычно. Так, интересно посмотреть. Так, опа. Ещё ж себе две. Так, две этих. А, ага, так. Так, так, так. Так, дайте мне рассмотреть. И вот вторая. Да, актера зовут Киран Хайнс. Вы его можете узнать по двум популярным ролям в «Игре престолов». Он играет Мейнса, по-моему, Рейдера. Вот. А вот второе фото – это с «Холодного сердца». Дедушка там озвучивал, видите, такого каменного. Я поэтому и выбрала эти два фото. Ну, тут он не в образе. Так, а что он? Он же тут что-то написал. Получается, привет from... Ну, короче, привет из Ирландии, я так понимаю. И вот подпись. А тут он написал Юлия. И вот такая вот подпись. Тут немножко лучше видно. Здесь тоже. Ну, такое фото, ну, бумага должна была нормально ложиться на ней, видите, вот, ну, он черным маркером расписался. А обратные расходы оплачивала, писала в театр, не знаю, закончились ли спектакли или нет, но надеюсь, что не закончились. И вы сумеете получить, но, скорее всего, закончились все-таки. Ну, не знаю, надо смотреть, конечно же. Вот, это очередной автограф, пополняется моя коллекция «Игры престолов», чему я очень рада. Ну, вы знаете, там очень много актеров, поэтому, в принципе, собрать их нереально, но я попытаюсь. Да, это уже, может, 21 или 22. Вот, кстати, недавно тоже пришел автограф от актрисы из этого сериала. В общем, адрес, ну, посмотрю, конечно же. Если что, напишите. Отличный актер. Видите, вот два фото подписал. Отлично. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.